астрологический прогноз на 15 января 2024 года. Это понедельник. Луна находится в знаке Рыбы, действует рекомендации пятых лунных суток. Этот день наполнен жесткими энергиями. Не ждите понимания и послаблений. Нагрузите себя тяжелой работой сами, иначе это сделают окружающие. Хорошо в этот день наводить порядок, молиться, избавляться от вредных привычек. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для хозяйственной деятельности, для участия в семейных событиях. Хорошо заботиться о ком-то и самому просить о помощи, если, конечно, в этом есть необходимость. В этот день могут открыться полезные секреты и найтись потерянное. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для учебы, встреч и поездок. Хорошо работать с документами, обсуждать свои планы с заинтересованными лицами и участвовать в коллективных мероприятиях. Возможно, удачные покупки. В этот день хорошо воспользоваться своими связями и знакомствами. Знаки воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно, получение денег. Возможно, удачные покупки и выгодные рабочие предложения. А в этот день не следует злоупотреблять сладким. Однако, в целом день хорош для оздоровительных мероприятий. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для украшения своей внешности и для дел, которые способствуют успеху и продвижению наверх. В любых обстоятельствах держите лицо и выполняйте правила и законы. День принесет удачу, связанную с детьми. Возможно, посещение культурно-развлекательного мероприятия. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.